пока волк вдали от новых владений собирает войска, в некоторых из них уже начались восстания. Впечатляюще. Но в следующий раз, когда вы увидите мой стяг, я сам буду стоять под ним. Дела идут неплохо, но будьте осторожны. Волк принципиально отличается от всех прочих тварей, с которыми вы до сих пор имели дело. Шлю вам своего лучшего аптекаря. Возможно, он окажется вам полезен. Начните окружение волка с постройки форта на границе его земель. Потом можете подпустить его людей к себе, но будьте начеку. Возможно, они постараются заразить чем-нибудь ваших солдат, так что примите меры предосторожности. Мечники и баллисты составят ваше преимущество. Послание от волка. Я убью тебя, и тебя, и весь твой сброд. Да, ваша милость. Чем мы можем помочь? Масло готово. Да, ваша милость. Надо что-то построить. Черт, горячо. Ждем ваших приказов. Не хватает оружия, сэр. Какие будут указания? Мы идем. Нас атакуют войска волка! Да, ваша милость. Ждем ваших приказов. Подбираем обслугу. Что надо делать? Я весь в ожогах. Инструменты готовы. Ну и запах от этой гадости. Давайте задание. Осторожней с этой штукой. Приветствуем вас, сэр. Вперед. Баллиста построена, сэр. Да, ваша милость. Чем мы можем помочь? Баллиста построена, сэр. Идем к цели. Это нельзя здесь отпустить, милорд. Строим азартное оружие.
Катапульта готова, милорд. Катер катапульт. Это к тушу. Корова пошла. Эльза не любит говядину. Готовься. Да, ваша милость. Эй, Маша! Надо что-то построить. Они не выдержали нашего натиска. Что надо делать? Масло готово. Инструменты готовы. Масло готово. Давайте задание. Черт, горячо. Чем мы можем помочь? Масло готово. Да, ваша милость. Мои дни в этом мире сочтены. Молись! Внимание! Шагом! Баллиста построена, сэр. Лучники готовы. Мой лук к вашим услугам. Катапульта готова, милорд. Катер катапульта. Нас атакуют войска Волка! Прыгай! Вперед! Здесь нет работы, милорд. Катапульта готова, милорд. Готовься. Милорд,
стрелял. Катапульта готова, Милорд. Готовь пушку. Корова пошла. Что надо делать? Провизия осталась. Инструменты готовы. Провизии почти не осталось. Противник пал. Внимание! Сэр! Бегом! Идем в ваших приказах. Какие будут указания? Мы уже в пути. Послание от волка. А ты сражаешься получше своего отца, честное слово. Нужно дерево. Ваша популярность падает. Наш золотой запас стабилен. Послание от вашего писаря. Говорят, что ты занял еще одно графство безо всякого сопротивления. Ждем ваших приказов. Уже идем. Запасы дерева слишком малы, сэр. Нет свободных людей для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. Люди покидают нас. Не хватает золота. Люди не доверяют вам, сэр.
Здесь нет работы, милорд. Доброе утро, ваша светлость. Провизии осталось мало, повелитель. К нам приходят новые люди. Провизии почти не осталось, милорд. Здесь нет работы, милорд. Работа стоит, мой лорд. Здесь нет работы, работа. Милорд. Работа стоит, мой лорд. Здесь нет работы, милорд. Работа стоит, мой лорд. Здесь нет работы, работа. Здесь нет работы, милорд. Работа стоит, мой лорд. Здесь нет работы, милорд. Работа стоит, мой лорд. Люди покидают нас. Нужен еще человек. Провизии осталось мало, повелитель. Катапульта готова, милорд. Катапульта готова, милорд. Я разнесу твой замок, не оставлю камня на камне, но получу твою голову. К нам приходят новые люди. Люди доверяют вам, ваша Наш светлость. Наш золотой запас стабилен. Люди доверяют вам, ваша светлость. Нас атакуют войска волка!
Да, не хватает ресурсов, сэр. Давайте задание. Оно готово. Катапульта готова. Надеюсь, они любят говядину. Здесь кипит работа, милорд. Работа стоит, милорд. Здесь кипит работа. Работа стоит. Здесь кипит работа, милорд. Работа стоит. Здесь кипит работа, милорд. Работа стоит. Здесь кипит работа, милорд. Катапульта готова, милорд. Запускай ее. Вот вам, буренка. Готовь тушу. Катапульта готова, милорд. Мы постараемся. Лучники готовы. Ори! Катапульта готова, милорд. Запускай ее. Вот вам, вперед. Вперед, Славе! Катапульта готова, милорд.
Корова пошла! Надеюсь, они любят меня. Катапульта готова, Милон. Готовься. Ну и бой. Не готовы. Не готовы. Вперед. Мой лук вашим услугам. Количество настроено, сэр. Мудро ли это?
крепко держал. Эй, обернись, ты у меня получишь! Победа! Впечатляюще! Но в следующий раз, когда вы увидите мой стяг, я сам буду стоять под ним.